Страшно представить, какой силы звук оглушил бы город, если бы во всех этих автомобилях одновременно на полную катушку отстукивали басы сабвуферы. Ведь на местном этапе 11-го чемпионата России по автозвуку по версии «Эмма» собралось порядка 100 автомобилей. От демокаров, выполненных профессиональными студиями, до машин, подготовленных участниками самостоятельно. Напоминаем, автомобили соревнуются в нескольких категориях – качество звучания, звуковое давление, мультимедиа и «Эмма-рейсинг». Из новых видов соревнований сегодня впервые будет проводиться соревнование по художественной росписи – это «Эмма-ар», а также такое неформатное соревнование «Абсолютная громкость». Это соревнование на самый громкий автомобиль, в отличие от правил, которые есть в «Эмма», здесь без правил. Самый громкий автомобиль. Все остальное остается теми же, что были в прошлые годы. Единственное, есть некоторое усложнение или упрощение в правилах судейства. Наибольшее количество участников было заявлено в классе «Новичок», что, безусловно, говорит о том, как стремительно набирают популярность соревнования по автозвуку. Сергей, хозяин самого сексуального автомобиля в классе «Новичок 5 каналов», в соревнованиях по версии «Эмма» участвует впервые. Свою любимую «Таврию» не доверяет никому. Работы по установке акустики производит собственноручно. Все компоненты подбирает экспериментальным путем. Так, например, головное устройство здесь уже 10-е по счету. Готовлю полностью сам, то есть в гараже, с лобзиком, напильником. Машину готовил где-то в течение года. 99% почему Таврия? Есть такой параметр — передаточная функция салона. Так вот, насколько я читал в интернете, этот параметр, ну, конечно, конструкторы, наверное, об этом не думали на заводе «АвтоЗАЗа», но здесь он практически идеальный. А это уже проект от профессиональной студии из Нижнего Тагила. Автомобиль со сложившейся караудиобиографией. Привлекателен он не только снаружи, но и внутри. В машине была полностью переделана торпеда, изменен дизайн салона, нестандартно установлены акустические компоненты. Два из трех мониторов, которые установлены в этом автомобиле, расположены в багажном отсеке. Причем выполняют они не только развлекательную функцию. На них выводится изображение, которое фиксирует камера, установленная на заднем бампере. Машина передвигается по соревнованиям своим ходом, и, соответственно, камера выполняет роль заднего зеркала заднего вида. Вот. Поэтому как бы с парковкой проблем нет вообще. В классе «Новичок без ограничений» этот автомобиль занял 5-е место. «Таврия» в своем классе стала 9-й. Самой высокой оценки за качество звучания – 278 баллов – удостоился Lexus RX350, выступавший в классе «Мастер 5 каналов». До финала России осталось 4 этапа. Это Челябинск, Нижний Новгород, Тверь и Воронеж. Финал 11-го чемпионата России по автозвуку по версии «Эмма» по традиции пройдет в Москве в августе.